Всем привет и хорошего настроения, дорогие единомышленники! Здравствуйте, все зрители моего канала! Сегодняшний наш обзор из серии «Листая старые пластинки» будет посвящен моей любимой группе Pink Floyd и замечательному альбому «Обратная сторона Луны» или «The Dark Side of the Moon», что в дословном переводе, как вы понимаете, конечно же, означает «темная все-таки сторона Луны», «темная». Этот альбом, как вы, наверное, знаете, принес группе Pink Floyd ее действительно заслуженную мировую славу и сделал ее, в общем-то, группой мирового класса, мирового, так сказать, порядка. Выпущен он был, это восьмой ее студийный альбом по счету, выпущен от группы Pink Floyd. Выпущен этот альбом был 24 марта 1973 года. Общее количество экземпляров, проданных этого диска, составило более 45 миллионов экземпляров. Вдумайтесь в эту цифру. 45 миллионов экземпляров. И, соответственно, значит, вывела, в общем-то, команду на тот достойный уровень, который она и поддерживала все время своего активного существования. Ну, Pink Floyd, это есть Pink Floyd, только одним этим словами все сказано. Записан был альбом в студии Abbey Road Studios. Списался он с июня 72 по январь 1973 года. Но это так, информация, скажем так, для размышления. Поэтому я с огромным удовольствием, честно, с большим удовольствием вам представляю этот альбом. Не знаю, что получится, так сказать, из попытки его выдать в виде обзора. Скорее всего, этот видеоролик заблокирует YouTube. Но давайте попробуем хотя бы фрагментарно послушать некоторые песни. Может быть, он все-таки не будет заблокирован целиком и полностью. Я на это весьма надеюсь. Диск у меня, конечно же, не Abbey Road Studios, вот, выпущенный. Хотя обложка, как вы видите, повторяет, в принципе, оригинальный дизайн обложки этого диска, выпущенного Pink Floyd. Вот тут даже спасибо Димке из Нью-Йорка прислал мне футболочку штановскую, повторяющий дизайн этого диска. Вот. Димон, извини, чемпион. А этот пласт продавался у нас в СССР, или, наверное, уже даже в России. Вот. Выпущен он продюсерским центром рок-н-ролльных приходов Единой Евангелической Лютеранской Церкви России Санкт-Петербурга. Вот так вот заглавлено на, так сказать, его обратной стороне этого конверта. Имеется там логотип этого продюсерского центра «Союз», что тут, «Консум Мариан Униум», Санкт-Петербург. Я не могу это прочесть и перевести. Ну, ладно, несмотря на то, что это религиозная организация, все равно им спасибо огромное за такую работу с массами. Вот, жаль, что сейчас эта традиция не поддерживается, не выпускают они диски. У меня было довольно, ну, не очень большое количество дисков этой конторы, вот, но, соответственно, вот, некоторое количество все-таки имеется. Вот так вот выглядит оформление этой пластиночки. В виде мишени, как вы видите, оформлено яблоко 7, 8, 9, 10. Да? Вот. Качество, ну, винил, в принципе, такой достаточно хороший, эластичный. Вот. И, в общем-то, ну, по качеству, конечно, не превосходит фирму «Мелодия». Я думаю, все-таки, так сказать, на фирме «Мелодия» их и выпускали эти диски. Итак, что же мы услышим или попытаемся послушать на этом диске? Господи, Дэвид Гилмор, Уотерс, живые вечно. Итак, первая сторона. «Поговори со мной», Мэйсон, первая песня. Далее, «Дыши», Уотерс, Гилмор и Райт. Следующая, третья песня, «На берегу», Гилмор и Уотерс. Четвертая песня, «Время», Мэйсон, Уотерс, Райт и Гилмор. Все. Грандиозный концерт на небесах. Это Райт. И сторона вторая. «Деньги», то есть «Money», Уотерс. «Нам и им», Уотерс, Райт. «Цвет, который тебе нравится», Гилмор, Мэйсон, Райт. «Тронутый», Уотерс. «Затемнение», Уотерс. И, в общем-то, вот это и все песни, которые вошли в этот диск. А сейчас давайте мы попробуем его поставить таки на проигрыватель. И воздать должное творчеству наших замечательных парней группе Pink Floyd. Как всегда, использовать будем
нашу радиотехнику для данного диска, это нормально. А вот, ну что ж, пласт установлен. Диджей дает старт. И мы с вами сейчас попытаемся немножечко послушать этот диск. Кстати, достаточно чистый. Купил я его, между прочим, на барахолке на удельной. За какие-то смешные копеечные копейки. Так, не знаю, каков уровень громкости, поэтому будем осторожничать. Да, песочка-то тут более чем. Ну, счастливо прослушивания. Друзья, к сожалению, как я и предполагал, YouTube заблокировал ролик мой, видеообзор диска Pink Floyd «Обратная сторона Луны». Ну, в принципе, этого следовало ожидать, у них есть свои правила. Тут, как говорится, no comments, no comments. И поэтому я вот сегодня, так сказать, решил разместить его на Рутубе, есть у меня там тоже канал. Рутуб пока такие ограничения не вводит, но на самом деле, ну это как-то несколько странновато. Ну, кто будет в пиратских целях переписывать себе музыку в низком качестве, которая, в принципе, получается монофоническая в низком качестве. Вот адрес моего канала на Рутубе: https://rutub.ru/video/580/86/79. 580/86/79. Не знаю, я почему-то снимаю вот в режиме самосъемки и получается зеркальное какое-то отображение адреса. Не могу перевести камеру в режим нормального показа, поэтому на экране компьютера вроде бы видно 580/86/79. Заходите, буду туда выкладывать какие-нибудь музыкальные ролики. Единственное, там ограничение максимум 20 минут. Максимум 20 минут вложения ролика, поэтому, видимо, вот пока получилось частями, а там, видимо, в дальнейшем буду выкладывать, стараться, чтобы в 20 минут уложиться по музыкальным различным обзорам. Ну, тоже, конечно, фрагментарно. Диск все-таки 45 минут целиком не влезает. Спасибо большое всем моим единомышленникам, всем зрителям моего канала. Вот, оставайтесь в канале. Всем хорошего настроения и всего самого лучшего. Всегда с вами Сергей Кузьмин.